Не то. Не то. Не то. Не то. То, что нужно. Не-не-не-не-не. Всем привет, охотники бандиты! Приветствую вас на моем канале. Чтобы не мучиться таким выбором, взять фонарик или взять камеру, что же взять, что будет на охоте выгоднее и нужнее? Нужнее на охоте все, потому что в темноте вы ничего не увидите, ничего не наохотите, а если что-то наохотите, захочется это же запечатлеть на память для того, чтобы можно было показать друзьям, близким, родственникам, да и самому себе показать через несколько лет. В результате моих мышлений и умозаключений вот эту вот схему с фонарем сюда прикрепленным и батарейным отсеком труднее будет перенести на ремень, поэтому будем переносить камеру. Для того, чтобы смонтировать камеру, нужно несколько вещей. Это и это. Естественно! Снимаем камеру, берем много стяжек, начинаем крепить. В одном месте закрепил, и я вот думаю еще закрепить здесь верхний ремень. Берем стяжку, вставляем здесь, вставляем вот в это вот отверстие. Чуть-чуть. Оно не соосное, естественно, но ничего, держаться, я надеюсь, будет. Это же стяжки, на них все держится. Так, вот. И еще на одну стяжечку, здесь вот через верх, а здесь через вот это вот, где петля это проходит, ремешочек. Прижимаем одной рукой площадку, чтобы она была прямо, ну, относительно по центру. Затягиваем. Но на четырех стяжках же выдержит камера там. Слушай, я плохо сделал. То, что вот эти вот колючки будут в голове. Ничего, вроде не колят так, а дел на голову. Ну, будет мешать, переверну их. А куда она денется? Конечно же, встанет. Закручивалку запихиваем. И вот сейчас посмотрим, что она записывает. Это спаренная, ну как бы камера, соединенная с фонариком. Но я считаю, вообще конструкция это спутнее получилась. Все держится, можно подтянуть. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.